Квалификационный старт для поездки на Европейские игры 2019 в Минске. Послезавтра в Сербии начнется континентальный чемпионат по гребле на байдарках и каноэ. Всего заявлено порядка 700 спортсменов из 40 стран. Также на турнире выступят атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе россиян есть и петербуржцы. Ксения Курач, Василий Погребан, Владислав Блинцов, Александр Дьяченко, Дмитрий Питайкин. В турнире гребцов с пода северную столицу представит Надежда Андреева. Чемпионат Европы откроет мужские заезды в байдарках-одиночках на 1000 метров. Завершатся состязания в воскресенье 10 июня.